Газпроме, на дизеле, на этом самомоном до Калининграда стоимость проезда 89 плюс цена за велосипед. Тоже 111 рублей. С великом, если ехать. 15.45 выезд. Будни, я сейчас еду, понедельник получается. Никого не обидим, никого. Садимся в дизель, и вот как только поехал дизель, то подходит женщина-кондуктор и продает билет. Очень удобно. Не надо на вокзал ходить. Там еще охранник сидит, рамка вообще. Зачем он там сидит? Маленько новое. Залезать, кстати, в него очень неудобно. Очень как дизель красный. Очень неудобно залезать. И мест здесь нету. И мест нету. Для велосипеда. То есть вот я поставил, вот, притулил его. Сбоку. Сидим под тюрьмой. Сидушку соединил. Интересно, облака такие вообще какие-то. Пейзажи.